Мыс Промтеп известен как центровая площадка и самая южная часть острова Пхукет. Расположен между пляжами Равай и Януй. Однако мыс Промтеп – это не только смотровая площадка. Промтеп – это гораздо больше. Промтеп – это еще и интересные памятники и достопримечательности, потрясающие красоты виды и небольшой пеший маршрут, ведущий на самый нос мыса. Панорамные виды, открывающиеся с данной смотровой площадки, не такие масштабные, как, например, виды, которые можно лицезреть, находясь у храма Большого Будды или со смотровой площадки Коронката, но то, что видишь с Промтепа, несомненно заслуживает отдельного внимания. Эти виды самые яркие, самые красочные и одни из самых живописных на Пхукете. Мы тут очутились по пути к храму Большого Будды на такси.